нам по витаминке. Вкусная витаминка. Я еще хочу. Нет, Джордж, мама сказала, можно только по одной. Джордж, хватит капризничать. Пойдем лучше играть. Да, папа, пойдем. Сейчас я только сок допью и приду. Отойди. Хорошо, Джордж. Сейчас я съем мамину витаминку. Она такая вкусная. Ладно, возьму еще одну. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Съем еще. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно. Джордж, ты чего так долго? Ты чего упала? Что с тобой случилось? Что у тебя с лицом? Ты без пятна. Я просто съел мамину витамин. Что? Сколько ты съел? Не знаю. Много. Сейчас я позвоню доктору. Доктор, это свинка Пеппа. Приезжайте скорее, наш Джордж заболел. Хорошо, Пеппа, уже еду. Что случилось? Доктор, наш Джордж съел много витаминок и покрылся пятнами. Сейчас посмотрим. Все понятно. У Джорджа пошла аллергия. Нужно срочно сделать укол. Не хочу. Джордж, это совсем не больно. Раз и все. Как комарик укусил. Я боюсь укола. Сейчас пятна спадут. Ну, вот и все. А ты боялся. Больше не ешь так много витаминов. Будь здоров. Спасибо, доктор. Спасибо, доктор. Не за что, ребятки. До свидания. До свидания. Джордж, ты слышал, что сказал доктор? Надеюсь, ты все понял. Папа, я понял. Я не буду больше без разрешения трогать витаминки.